Цветы могут раскрыть маленькие секреты. Каждый подаренный букет несет в себе определенный смысл. С помощью цветов в букете можно выразить свои чувства к человеку. Например, гвоздика означает верность и честь, белая лилия – это символ нежности и чистоты, а королева цветов – красная роза – это страсть, любовь и щедрость. Флористы знают все о языке цветов. Привычные нам розы, лилии, хризантемы превращаются в руках профессионалов в волшебные произведения искусства. Цветочные букеты не просто украшают интерьеры, праздничные события, а несут красоту в окружающий мир. При создании букетов девушки всегда учитывают вкусы клиентов, а также особенности человека, которому дарят цветы. Маме все-таки стараемся более какие-то яркие букеты делать, более интересные. Девочкам помладше предлагаем цветочки понежнее, то есть розочки нежные, кремовые, розы кустовые. Лизиантус тоже очень интересный цветок. Вот. То есть помоложе все-таки более какие-то нежные букеты, а постарше девушкам берем более яркие. В летнем сезоне наиболее популярны легкие полевые цветы – ромашки, васильки, незабудки. Современный тренд флористики – минимализм, где упаковки меньше, а цветов больше. Также отличным вариантом является цветочная композиция в коробках, которая может простоять от 2 недель до месяца. Во-первых, потому что тут цветы подрезаны коротко. Ну, вот даже если мы вытащим цветочек, будет видно вот такая вот длина этого цветка. И цветы вставлены в специальную губку, которая наполнена водой и еще специальным раствором, который поддерживает жизнь цветов еще дольше. Есть распространенный стереотип, что флористам цветы приедаются и надоедают, поэтому дарить букеты им не стоит. Но на самом деле девушки всегда остаются девушками, и подаренные цветы для них – это праздник и счастье. Хочется сказать, уважаемые мужчины, все флористы любят цветы, которые дарят им, которые они могут поставить дома, которыми они будут любоваться, просыпаясь по утрам. Поэтому, пожалуйста, дарите флористам цветы, они будут только счастливы, потому что им их дарят меньше всего. Галереи цветов регулярно проводят мастер-классы для школ, детских садов и гостей магазина. Собрать букет можно в группе до 10 человек. За подробной информацией обращайтесь в цветочную студию или в группу ВКонтакте. Галерея цветов поздравляет всех флористов города с их профессиональным праздником. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.